Так, друзья, всем привет. Вот продаем, значит, машину Chevrolet Lachetti 2008 года. Вот смотрите, двигатель все чистенькое. Меняли все вовремя, каждые 10 тысяч. Фильтра, то есть ТО полностью. Так, что еще в машине делали? Бумаги есть. Замена ГРМ всех расходников. Замена ГРМ всех расходников. Мастер, коробки везде меняли. Вот, ну, машина уже не первая, как бы, поэтому за машиной умеем следить, поэтому... Так, сейчас заведем, послушаем. Давайте, заведите. Послушаем двигатель, как работает. Все чистенько, видите, вот машина чистенькая. Ничего не ржавая, не битая. Что, кстати, сейчас очень редко в Москве случается, что машина не битая. Вот, слышно, да, двигатель? Вот, не битая, не крашена. Сейчас вот со всех сторон обойду. Вот, смотрите. Вот. Ездила женщина очень аккуратно, поэтому вот, берите, не пожалеете. А, плюс еще зимняя резина. Подарок. С дисками. Все. Ждем вас в гости.